Сегодня город Николаев в очередной раз был обстрелян. Обстреливали ракетными системами залпового огня. Предварительно это были ракеты системы «Торнадо-С». Это модифицированный «Смерч». Заряды были фугасные, не кассетные, которые они обычно используют. Одна из ракет попала в жилой дом. Совершенно случайно человек, который там живет, не погиб. Он отошел на минуту. Это его и спасло. Иначе были бы жертвы. Вторая ракета ударила по территории предприятия. Там тоже обошлось без жертв. Но есть один раненый, гражданский, который охранял объект. Понять смысл этих обстрелов очень трудно, потому что это больше похоже на обычные запугивания и терроризм, так как бессистемно, бесцельно обстреливают предприятия и частный сектор города Николаева.